пошли. Chalice 2, Lobo 7-1, request picture. Lobo 7-1, Chalice 2, picture clear. Ну все, ползем на 20. Сейчас потрясет. Альтиметр. Chalice 2, Lobo 7-1, request picture. Lobo 7-1, Chalice 2, picture clear. Да, цель, наверное, будет хреново видно. Туда, не туда. Ладно, по радару проверим. Двадцать горизонт.
Давай. На седьмую. В принципе, можно уже настраиваться. Chalice 2, Lobo 7-1, request picture. Lobo 7-1, Chalice 2, picture clear. В принципе, Грей, я тогда на свою, наверное, уже пошел. Давай. Я тебя вообще потерял. Вижу, что где-то рядом. Я говорю, что на бас. Вот там. Рукожоп. Ты че, ускакал куда-то? Да че, впереди, я понять не могу, блин, где. Чуть, это где? Тебя, ну, доталинка там, для фонта, да? Это для тебя, ну бы я включаю его. У тебя высота 20 ровно? Chalice 2, Lobo 7-2, request picture. Lobo 7-2, Chalice 2, picture clear. Ну, я на радаре эту полосу наблюдаю. Чё? Тоже вижу. А, во, FTGP вижу. Да, я вот не вижу. Облака. Ну, пока вижу. Да, вообще вижу. Вижу.
Правым ухожу. Не факт, что увижу попадание. Попал, вроде. Да. Обе. Все, уходим. На первую. Я на девятую. Dallas 2, Lobo 7-1, request picture. Lobo 7-1, Dallas 2, picture clear. В этот раз не успели бездуховные. Сюрприз был. Праздничный салют им, ёб. Dallas 2, Lobo 7-2, declare. Чё это за... Lobo 7, Dallas 2, the area appears to be clear. А чё ты запросил? Ой, по мне стреляют. Вот это поворот. Dallas 2, Lobo 7-2, declare. Lobo 7-2, Dallas 2, contact is friendly. Может, что у них салют тоже? Это к перепугу, походу. Да не, они тоже праздник отмечают. Хорошо, бьют. Празднично. Валить надо, я думаю. Я уже ушел. Dallas 2, Lobo 7-1, request picture. Lobo 7-1, Dallas 2, picture clear. Че, отхватил? Да, на высоту уже сзади там достали бы. Животное, блин. Долетишь? Да. Короче, навигация вырубилась полностью. Блять, ну ты везунчик. Да вообще пипец, не найти. Ведра везет, блин. Ну иди, как идешь пока. Как тебе будет? Курс какой у тебя? Да, я только хотел тебе сказать, у тебя между ног хреновина такая есть круглая. Умничай давай, ё-моё. Нет, не та, которую ты подумал сейчас, а такая круглая со стрелкой. Опа. Бас? Так, это вот работает. Курс, я скажу на базу. 155 я иду. Принял. А дед работает? Да. 0.94x. Да я знаю. Меня слышно так? Да. Так, Атакан пока не ловим, да? Должен, недалеко. А нет, ловим, все нормально. 53 мили. Я на Атакан навелся. Ну, отличненько тогда. Хотя ты и стаканом нафиг заблудишься. Посмотрим. Взаимно.
Десса работает, обманул. Ты нубас. А, БТ работает, плохо. Температура, Вероника. Все, короче, все, что нажито непосильным трудом, эти сразу вы мне сломали. 46 миль, да? Что? 46 миль до точки? 44. У тебя много все не поедет. Давление спросил меня. Попробую. Я тут еще могу потасы по будильникам. Это я помню. Сейчас я тут сажаю, блин. Надо было раньше уходить, нет? 2970, Грей. 2970. Так, ну можно не уходить. Давай, рани, конечно. У меня 37 миль показывает. Ну, у меня 35, да. Ну, ты все равно первый заходишь. У меня аварийная посадка. У меня пробела. Прикольно, еще шасси, если не выйдет, вообще ржака будет. Тогда разреши, я первый зайду, а? Нет, ни хрена. Ты там полосу поцарапаешь. Да, не очень. Ты там мне сейчас всю полосу забросаешь своими этими. Из зарплаты вычтем. Обратно, просто. Так, Ил. Ну, Ил, ты работаешь явно. Global 7-1, inbound for landing. Слушай, он же одно имя стакана может, да, крайне левое положение? Да. Он тебя отправляет на 200. Что он меня отправляет? На 200 и занять 5000. Ох он, ё-моё, я сломан, лечу как хочу. Здесь 35 тебе говорит. Ты аккуратно в меня там не впились. Я вот тебя не вижу, поэтому ты давай-ка сам уворачивайся. У тебя высота какая? 4200. Нормуд. Какой колбас? Хороший. Так, я сейчас левый стороночек спрячу и на 265 он опасается. Давай, высота. Окей. Выше 4 не поднимайся. Поэтому, наверное, будет вперед скакать. Я на 4. Я сейчас на 4 спущусь, выше 4 не поднимайся просто. Ага. Чтоб не пересекать.
Давление-то выставил, надеюсь? Принял. Чё так треплется его? Logo, 72, climb to 5000, maintain 300 knots, turn left heading 285. Да не хотел я. Ну, хочешь колбасить хорошо. Гидравлика вроде в ноле. Да мне тоже колбасит. Значит, тут надо стать просто так весело. Гидравлика нормально, значит шасси выйдут. Ну, какая шарик. Главное, чтобы все вышло. А то может выйти не все. Не надо мне этой фигни, да? Вот это вот самое обидное, когда конец-стойка не выходит. А там эту кнопочку вертел, найдешь, блин. Не, если одно не вышло, лучше надо на пузо, по-моему, вообще садиться. Блять, колбасит реально, кстати. Так, я занял 4. Давай, мотивируйся. Ну что, потихонечку вниз уже. Logo, 7-1, descend to 4000, maintain 250 knots, turn left heading 085, vectors to right base, runway 27. Держу скорость 250. Ну, если не спеть разворачиваюсь. Понял, так же. Я где-то рядом с тобой вообще иду. Верю. 280 узлов скорость, ты пытаешься не пересечься со мной, да? И 500 высота. 3800. На 280. 0. Иди. Принял 0.85, иду, скорость 250. Global, 72, maintain 250 knots, turn right heading 265, runway 27. Global, 71, turn left heading 080. Это пошел на 180. Принял, я на третьем все вывалю, чтобы тебя не догнать. Ты где-то пониже меня должен разворачиваться сейчас. Понял. Да, наблюдайте на МФД. А мне что, еще до принципа, что ли? Да. Нифига себе. Да, ну высоту я твою, поэтому я и спрашивал про высоту обязательно. Понял. Пошел, надеюсь. На третьем все вывалил. Еще раз, Грей. Да, Дени. Принял. Да, все вышли. Вот это вот досадно было сейчас. Все пропало, да? Global, 7-1, turn right, final post course, 265, check speed. Превышение на... Сильно. На всякий любой случай. Принял ближний. Turn right heading 335, runway 27.
Да. Не дождался сразу, да? Да. А я за тобой шел, думал, ты сейчас мне осветишь полосу. Крю, да, вот эту красотищу неописуемую, но нет. Да, не осветил ты полосу мне. Не добавил, так сказать, яркого, да? Да. Потому что ты нубас. Вот Леха красиво садится. Профессионал? А то ж. Сейчас расходит на кухню на свет. Лыжи. Переливаешь копилку, блин. С одной стороны ведёшь, с другой красный. Сверху снизу, блин. Всё беленькое. Чего, по полосе разобрал?